Здорово, привет! Привет тебе, дружок. Сегодня мы не смотрим ничего серьезного, смотрим все несерьезное. Приколы, смехуёчки, ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи, засмеялся, подписался, все дела. Поехали. Не знал за это. О, я думала, там собачка. О, это котенька. Вкусняшка. Такой, смотри. Нормальные люди отворачиваются, когда кашляют, и чисто этот чувак такой... О, ты что, ДФ? Тупо смотрит да. в глаза. Да, не понял. Просто взял шутку за ДФ. Ну да. Это очень странный ТикТок. Вообще странный. То есть они жрут семки, срут на пол, а робот пылесосом еще водичку подносит. А если ты что-нибудь ценное уронишь? Кольцо уронил, он сосет? Или сережку? А я вот не знаю. Было прикольно, если бы он забился им прям в лицо это все. Мелкая. Я вот, например, в детстве бесконтрольно смотрел мультики, теперь я по сексуальной ориентации тинейджер ниндзя черепашка. Кавабанга, сучки. Дела, посмотри, чищу в тазике грибы, 3 на шее, 7 под жопой, мне 2 раза 43. Ой, ну чё, молодец какой, Это чувак, который делает Вайнете? Ган-13? Ган-13, нет. Не знаю, но было ну, похоже. Что-то похоже очень. Да-да-да. Может, кто-то другой, конечно. Что там у него в голове? И сегодня я покажу вам 5 способов посрать. Что? Это косплей? По цене одного, что-то вроде того. То есть либо так, либо вот так. Вот. А ты свои мужские обязанности не выполняешь. Какие? Я тебе чай не ебал, блин? Вчера ебал. Называй ебало, блин. Что жесткое такое? Это замечательный бункер. Если начнут стрелять, то я умру не первым. Я умер первым, да? Вперед, самолетик. Вперед, телеграм. Да ебаный, блядь, ты заебались свои телеграммы. Чем Саня в свободное время занимается? Никакой. Мы тут выяснили, пока тебя не было, что Саня всех, кто его обижает, он записывает в блокнот, и потом он их трахнет. Лезет из банки. Потом вместо тебя стремит... Кого там кто трахнет? Это я его, мать его, трахну! Да. Что-то бежит. Черепашка. Я снимаю. Чувак, это я, а стул, на котором он сидит, это мой интернет. И пока я просто сижу в интернете, все как бы окей. Но как только я хочу взять топ-1 интернет такой... О, блин, как обидно. Сталин! О, Иосиф! Сталин! Расстрелять нам! Нехуй делать! Вот и поговорили. Представьтесь. Жмышенко Валерий Арбертович. Вы с кого сейчас? Я... Че, трулетка? Госслужбы. Я гей госслужбы. Звание? Так звание. То есть ты не служил? Я гей. Это... Абсолютно. Точно? Да. А каких ты мужчин любишь? Почему-то. Внезапно. Что там надо? Не знаю, какой-то трэш. Это интернат за окном. Там как будто море за окном. Как они не боятся, что... Кажется, там еще град фигачит. Пуль непробиваемое окно, что ли? Жесть, я бы, ну, разбиться ты давно должно. Ну, как страшно. Ёпта. Как оно там в луже не натекло. Я вообще обосрался бы там. Трэш. Мяу. Давай. Заключил. Заколдовился. Блядь, Саш, ну чё ты врубаешь девочку и начинаешь ныть? Ты не охуел ли? Вот ну, так-то лучше. Ты не ты, когда голоден. Ой, я видел. Орёл поймал змею или что? И прям туда скинул. Жесть. Ой, класс.
раз. Он повторяет? Да, няшка. Молодец. Все, бывает сюда. Все. Закрыли. Кстати, как выглядит? Закрывай. Я тоже не знаю, как. Изварили. Да, вот так и будет. Кто ты, воин? Ахиллес. Сын Пелея. Ахиллес. Я помню. Охренес он, блин. Ой. А что это вообще? Человек, что ли? Тюленя поймали! А хуй сеть не порвал! Офигенно. Ну нахуй вы слились, блять. А чё, я виноват, я подался. Ёбаные педанты, блять. А теперь покажи, какой ты мужик, и дай фраг, понял? Я показываю! Господи, помилуй, Иисусе Христе. Борода для меня очень, я ее очень давно ношу, избривал, даже не помню, когда последний раз. Но когда последний раз я ее избрил и посмотрел на себя в зеркало, я сказал, еще один раз ты, урод, возьмет в руки бритву, да, я тебе пальцы отрублю сам лично. Класс! Ого! Смотри! Это же он в игре! Да, есть какой-то то ли стример, то ли что. Я видел часто эти видосы с ним. Доиграться. Жракать и какать. Еще они очень тупые. Ну тебе кана. Все. Это Мейн-кун. Кто это? Такие морды, как человеческие. Это Пикачу! Это Клэппи! Блядь! Ну че, народ, погнали нахуй! Ёбаный... Ты что за дверь? Испугался вертолета. Что ты делала? Я не могу вам рассказать, что я делала. Я так понял, единое голосование принято. Я не могу. Вообще не спалилась ни разу. Давай, колбаска, гулять пойдем. Боже мой. Все, устал. Это гуляно. Какая прелесть. Игра, кажется, блядь, сопротивляется или злится, блядь. Кажется, мы троллим ее. Было близко. Опасности. Да ладно, как? Жесть. Он сейчас не сможет поймать с ртом у него. Супер дрифт. О, продолжение. Маникюр за 3000. Все нормальные люди, блядь. Выходные в сауне водку жрут, а они, блядь, попёрлись всем семейством в этот лес, дебильный. Я, кстати, детство. У меня та же самая мамка говорила. Когда грибы притаскивала мама с леса, мама такая, только маникюр сделала, теперь грибы чистить. Такая жизненная же самая жизнь. Немножко растишки жрал, на самом деле. Это ты каланча двухметровая, немножко. Немножко, тебя, наверное, в щал с растишкой уронили. Это ара какой-то серый. Класс! Прогоняет. Молодец, узнает. А машине чего-нибудь после таких побегушек вообще? Чуть-чуть помедленнее. Спешишь, ты? Чуть-чуть помедленнее. Сука, а сразу три отъ... Это же, как играют Fall Guys нормальные люди. Тише. Помедленнее, как играю бы. Бля, беги туда! Бля, беги туда! Только не падай! Я вообще не знаю, кто может шептать, когда играет в эту игру. Я за кору, просто как потерпевшая. Вы слышали? Никого я не убивал, блядь. Если найду, сука, пасти порву. Я не предатель, Мамонгаз. Так много шуток про Мамонгаз? Красота, чё? Это что, метро? Похоже, да. Мы, как всегда, на какие-то шутки не понимаем, особенно, знаешь, когда? Нет, из игр, игровые. Я тут не то, что не понимаю. Некоторые не смешные. Просто некоторые нас...
настолько очень примитивные, настолько такие, не знаю, для очень маленьких, либо для очень стареньких. Знаешь, что срабатывает 100%? Какие? Шутки с котиками. Еще с животными. Вот они всегда милые. Это не шутки, это просто милые. Ну, просто милые. Ты просмотришься, как-то настроение прям поднимается. Поэтому это... И, кстати, в этот раз мы не все тупили шутки, потому что про Among Us мы, между прочим, поняли все шутки. И про Fall Guys мы поняли все шутки, потому что мы в них играли. Сами на своей школе. Да, потому что мы сами в это играли, и у нас же были стримы. Кстати, если вы не знали, мы... Кстати, стрим по Among Us набрал 10 тысяч просмотров. Ничего себе. Так что мы, может быть, мы еще как-нибудь сыграем, когда у нас будет время, и когда у вас будет время. Может быть, на выходном, а может, не на выходном, может, будни. Да. Если мультик успеет закончиться. Да, потому что у нас еще мультик висит. Вы же знаете, что мы делаем анимации? Знают. Да. Мы еще раз сообщаем, напоминаем. В общем, до встречи в новых видосах. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.